Всем-всем наидобрейшего денечка. Очень много советов от вас идет по вредителям, как с ними бороться, с садовыми этими вредителями, по посадке чего-либо. И я все думала, вот как бы это куда-то складировать, все эти полезные советы. Потому что люди некоторые пишут такие объемные, большие комментарии с советами, а мало кто это увидит. Просто-напросто. То есть, все вот я думала по этому вопросу. То есть, это, то есть, куда бы вот это все складировать, ну, чтобы это было как бы и в общем доступе. Вот. А еще сегодня смотрела комментарии, сегодня еще вроде бы даже не отвечала, просто прочитала, то есть, и зашла в предупреждение. Боже мой, у меня там просто заблокированных видео, тьма тьмущая. Я даже и не ожидала. И все на медицинскую тематику. Несколько видео я спорила, то есть, что это не медицинская тематика, это вот когда болела клёпа, когда мы всем миром ее пытались вытащить. Но, то есть, причем в названии видео, например, пользуйтесь только, выполняем все предназначения врачей, то есть, это предписание врачей, господи, вот, выполняем все предписания врачей. Заблокировано за медицинскую тематику. Я пишу в обращении, почему заблокировано, если я говорю, наоборот, слушайте врачей, не слушайте советов обывателя таких серьезных болезней. Ну ладно, снимем, то есть. Потом где-то в каком-то видео я сказала, что яйцо и уголь активированы при энтерите не помогут. То есть это, возможно, при отравлении может помочь, при обычном, если вы руки не помыли. Это за медицинскую тематику заблокировали. То есть. Несколько видео спорила, а несколько пришлось удалить, потому что Дзен такой товарищ, он может весь канал заблокировать, что уже со мной было. То есть это тут что-то я расслабилась и давно не заглядывала в предупреждение. А правила у них меняются бесконечно, то есть это просто трындец. А много еще вопросов люди задают и друг другу, и мне, то есть по поводу там препаратов каких-то медицинских для собак, по поводу прививок, по поводу еще что-то, что нельзя показывать и рассказывать, то есть на Дзене, то есть а люди интересуются. В общем, я все думала, и вот сегодня после вот этих вот ограничений всех, я подумала, а не создать ли канал в телеграм-канале, то есть это не вот тот, который у меня иногда, я на нем видео выпускаю, потому что он будет связан с этим Дзеном, и с него автоматически пересылается на Дзен. А отдельный телеграм-канал, где можно будет меняться вот этой информацией, спокойно кидать ссылки там с Валбереса, кто интересуется с Озона, то есть этими ссылками на какой-то товар, кто где нашел. Какие-то советы ваши буду публиковать, которые вы печатаете, стараетесь. То есть, но если, грубо говоря, подписчик не зайдет в комментарии, он даже не увидит. Да, мне это спасибо, я увижу, я очень благодарна, потому что люди настолько пишут объемные советы, то есть с фотографиями, со списками, совсем. Но, возможно, такая же информация пригодится кому-то еще. Также и вот эти вот какие-то собачьи медицинские дела, то есть тоже можно будет там публиковать, потому что там это не воспрещается. То есть создаешь канал и занимаешься, то есть как тебе удобно. Что хочешь, то и делаешь, в общем. Но, то есть, естественно, ничего противозаконного там не будет не публиковаться, ничего такого в моей жизни, слава богу, нет. Но, вот я подумала насчет этого. Вот я, у меня есть один канал, то есть это просто лежит запасной в Телеграме. И, возможно, как раз я его и переименую, как-то назову его так, чтобы удобно было, чтобы понятно было всем. И потом кину ссылочку. И буду вот ваши, которые вот, ну, потихоньку иду вниз, то есть по комментариям. И вот ваши комментарии, которые, то есть с советами, с садовыми, с собачьими какими-то, то есть тоже буду публиковать там. Ну, потом будет проще, то есть я увидела комментарий и опубликовала его там. То есть кто-то еще из людей увидит, посмотрит и получит полезную информацию, и вам же спасибо напишет. Вот, ну, с этим, конечно, нужно разбираться, потому что в Телеграме я чуть-чуть сиди, я сам открою. Еще не совсем это соображаю все. Ну, вот. Ну, если что, то есть, возможно, кто-то мне и подскажет, может, там, может, сын подскажет, может, нет. То есть, это я не знаю, как он с телеграм-каналами разбирается в этом или нет. В общем, вот такая мне мысль пришла, потому что жалко столько кладезь просто
народной мудрости и пропадает. Даже элементарное, вот сейчас не помню, извините, пожалуйста, имя, фамилию подписчицы, про хозяйственное мыло писала Атли. То есть это еще старый-старый способ. Он где-то у нас и лежит, может быть, на подкорке. Но выпадает же это из головы, то есть, и забывается. Вот, то есть, все, вот человек написал, я вспомнила, что я этот способ где-то слышала. А где, когда, что, естественно, уже не помню. В общем, вот так вот. Сегодня боролась, сажала клубнику и боролась, то есть, с ограничениями на канале. То есть, вот такими вещами сегодня занималась. Ну, а всем хорошего дня, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего.